Саралка. Ну что, Дума. В автопик. Клопа хороша. Пак хорош. Лешок. То есть они поставят Разора в оффлейн и Марса в мид. Я потом Клопа не очень нравится, а вот Пак, Пак лучше. Ну, я вообще хочу увидеть, как сранят, наверное. Кстати, блутигер еще прикольный отчасти. Только куда его засунуть? Ну, если думаю, в мид поставить, соответственно. Ну, то есть, как так, против Сарка и против Разора, вот ты кидаешь приколы, и все такие, о. Приколы кидаешь? Приколы. Ну, да. Но блутигер кидаешь приколы. Билет банка прикол. Не, это правда, да, да, да. И там уже ты особо не побегаешь. Это пангальер, герой говна от Найна. Ну, Найн, кстати, это пангальер крайне силен. Ну что, смачок в Дэвиде? А что, ребят, сначала смотрим, а потом играем. 116 ранг у Стейкинга, Скитер. 12 ранг? Задрот. Найн, не понял, Найн 119-й? Угу. 6 ранг у 33-го? Удивительно, что Найн такой маленький ранг. Сакса без ранга, но у него вообще там миллион смурфов в топ-100, это мы точно знаем. 95-й у XXS-а? Так, начинается. Оба! Ранги потом! Скитер! Так, что получает есть, копьюшка, да? Но ФБ должен быть на бобоке. По идее, Скитер. Скитер тоже убивает. А кто забрал? 33 забрал. Пошел Соска, Атори, Найн здесь. Ой, 80% damage reduction. Да, вообще не взять его. А, и по всем шелткам замедление какой-то, Мейтон. Один в один, но Дум забрал ФБ. Да, эта фишка работает, и она супер охеренная, вот что я могу сказать. Все, уже снова минус Ларк, он миллион тратит просто на ресы. Вот я говорил, что они так и будут жарить, но тут вопрос в том, что смогут ли Астер своим железобетонным стилем камбэкнуть? Хватит ли им ресурсов? Слушай, ну тут также же практически жарит чел, он может не умирает, но да, ты знаешь, да. Ему как-то не... Да. Ну хотелось бы. Ну да, он уже думает, блин, может сдохнуть просто. Там типа Сларк 7-3, 7-2, но зато Марси 9-3, то есть она как бы добирает его фарм. Угу. Ну и он просто в молоко он не исчезает. Ну да, а это бабок, но кстати. Но Дума, просто бить Сларка. Ну хотят, как-то Дума. Ну там второй стар шторм, что ли? Жарь его, и его тоже жарь. Наверное, жарь их. Оу! Отхил! От крипов отхилился. Отхилился молния. Ой, дай-ка ей. Сейчас Бабокич тоже. Бабокич еще борется. Молния не убьет его, у него капелька. Да. 33. Долбит нормально молния. Да, нормально он. Так может просто надо было Зевса драфтить вот такими темпами. Короче, на самом деле 33 всегда выделялся тем, что он придумывал мету на тройках, задавал эту мету, например. Да, у него много изобретений разнообразных. А вот уже та самая подма под мидом. Это стрела залетела, походу. Стрела, да, и пангальер ультимейт не нажимал. Двоих. Бабока еще умер. Да, Бабока погиб. Еще и маны тут душат, маны не знаю, что. Он заебал в этот тум. Да успокойся. Прыжок, Сакса, какой же Сакса. Его сейчас найдут. Спалился раньше времени, вышел. Но там опасно сидеть. Ай! Наперед! Стрела! Гипно! Не увернуться. Третий старшторм, судя по всему, много очень дэмэджа наносит. Да, верно. Дум просто и убивать. Ну, слушай, они, ну, на самом деле еще убить надо. Так а что, он сейчас землю вдавит и уже стоит. Да, реально. Сутно. Сколько он манго съел на этой линии? Ну, он плотно поел. Блин, он просто хазмансил. Ну, кстати, да, он реально плотно поел. Но все улетели, и в итоге они разорвали. Они затронули Разора, и Разор, в общем, теперь на линии. А Разор, что сюда прилетел? Да, реально. Это спонтанная пауза для спонтанной стратегии Абуза от Гудвина и команды. Сейчас все расскажем. Все просто. Пункт первый. Смотрим International на Epic Loot. Пункт второй. Получаем море халявы. Ведь за каждый час просмотра International на Epic Loot ты получаешь халявный view кейс с уровнями БП, скинами и кейсами. И также ты участвуешь в раздаче. Аля, не забывай рассказать о том, что перед матчами на той же странице можно делать предикты на победы команд. Сделай верное предсказание за уталочки топа, за которые можешь лутать арканы каждый день. Ну и помните об их катакомбах. Ведь помогая Кунке дойти до сокровищ раз в час, можно также обузить сундуки. И делать это тоже раз в час. Открою секрет, эти акции стакаются. В общем, ссылку мы оставили в описании. Сам заходи и проверь. Там же ты найдешь и промо на процент к балансу, и на пузырек с жизнями в катакомбах. Просто фармил бы без ботинок Мидас, этот знаменитый конечно. Ну, ничего нового интересного. Ничего бы не делал. Блин, Бабока гений, смотри, что он делает. Он просто спрятался, да. И они не могут его найти. Слушай, ну это Гарри Гудини, он растворился просто в тумане. Они такие, куда пропал? Холоднокровно. Блин, спалился. Но! Ай! Сдох. Как Гарри Гудини реально исчез. Бьет, но в игре ни у кого нет 4000 творца даже 10-й. Супер контактно, все друг другу мешают, прям дико. О, фига там, наверное, перекинули. Блин, наверное, неприятно. Наверное, проблема. Слушай, а это
А, то есть он ему перекидкой сбил, как бы, шелкраш, да, и да. он не получил стаки. Забавная история, на самом деле, получилась. Ой, асимметричный Отлично. Код. Блин, мне так понравилось, что еще Сакса зашел во вражеский лес. Нападение в боте, у Скидера проблемы. Скидера сейчас будут убивать, Марси прыгает, и вроде это... Вроде как, хотя, да, убьет, хотя у него ульт, нет, у него ульта нет. Может, хоть, хоть Марси убить на фоне? Разменчик, Сакса. Ту-ту-ту-ту. У него еще и башмотка на панго. Какая? А у него что забьет сильнее. Да. В артике поставил. Бам-бам, опа. Рошан хотел пригвоздить, что ли? Блин. Блин, Рошан стал пиздиться. Реально быстро. Разор успел БКБ нажать, да, дома. Да, успел БКБ додумать, он молодец. Правда, девочка-семочка испытывает определенные затруднения. Так у Разора, по-моему, большие проблемы. А что он вместе Разору? Разор сейчас всех подумал. У Разора проблем-то особо нет. Что, за ним гонится? Всем селом? Он всех заманил сюда, Разор еще на развороте, под сайдтиком начинает умирать нахер. Ну ладно, он там на бэклайне уже начинает маны, а людей грызть. Одного, второго, третьего, пятого, десятого, Марс садится на лицо прямо. Ой-ой-ой, Скитер дерется тут на ЦК. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, долбит нормально. Слушай, ну часто вот у Разора, может, и были проблемы. О-о-о, и Мишкевич. А как он ушел в инвиз? А, это, извините, ульт Мираны. Понятненько. А что, не отлично, что ли? Неуязвимость, да, неуязвимость, неуязвимость. Чекай щитом Марса, в фишках было. О, увидели! Все. Короче, ну они за овер коммитились в Разора в этого. Это просто жесть. Куда они забирали-то? Ультракилл делает Манет. Там тут нет центре, конечно. Или есть какие-то? А какие-то есть. Слушай, они видят как раз-таки Саксу. Вот центрак стоит. Саксу поймали. Найн заводит свой этот... Дум на Разора. Ну неплохо, он драться не может, но продолжения-то нет. Ну, можно выйти, тут не за что же драться. Да, просто выйти. Да, да. Но минус два делают. Ну не настолько-то и плохо. И Рошан, Рошан сейчас. Да, довольно долго саппорт появляется. Блин, ну они, да, они долго бывают Рошан. У них нет урона такого, знаешь, прям стабильного, хорошего дэмджа по Рошану. Они будут его бить достаточно долго. Думаешь, Старк будет сейчас Катю туда прыгать, баловаться? Ну, посмотрим, вам вполне ну, вероятно. Плазмофилд подойти дать можно. Ну, блин, можно. Вообще бы Марсом просто их перекрыть сейчас. Вот ну, просто да. перекрыть нет, банально. Нет, они пойдут, я думаю, там нет дома. Там что-то там нет этого пангалирского ульта. Да. Так, долго нормально ультлича куда-то полетел, куда-то улетел. В Рошана улетел ультлича и не отскочил от него. Обидно. Но они побаловались. Побаловались а чё XXS, у него не было ничего? У него нет БКБ. А, у него нет БКБ. Да, да. Слушай, ну ладно. Молодцы и Тундра, получается. Все-таки этот момент... Блин, они... мне кажется, Марс как-то сыграл странно. Он мог сам прыгать в Рошана и знаешь, вот... Поделить просто. Тестированное и, да. и денег стоит. Да, вообще. Потом еще гем купишь, он а сразу да, проебет. Да, еще и ломать могут тебе в ответ. Ну что, смачок? Смачок, а где противник-то? Смачок-то есть? Ну все поняли, где противник. А вот он! Дух! Успел! Разор успел БКБ, какая реакция у него, конечно, бешеная Ори, просто. Он молодец. Но непонятно, драка теперь какая-то. Она вообще будет или нет? ЦК надо убивать, ЦК лича надо убить. Ну надо стараться, по крайней мере, ЦК там форсует. Пока что респакт стоит. Респакт очень сильно режет дэмэдж. Марс вырывается БКБ. Сильная арена, на самом деле. Чайник. Чайник, у чайника там Марс БКБ. Умирает Марс от этого чайника. Старк очень много дэмэджа делает. Разор, Разор шикарно. Пришел. Да, он вернулся. Он вернул. Вы какой, какая драка от Астер, да? Ну, если так прикинуть. Ну, уверенно, уверенно, уверенно. Марс взял очень круто. Он не улетит, да? Или... Он, да он не улетит. Он не... О, блин, какая... Тильный. Слушай, ну какая реакция Ори? Это просто демон какой-то. Он... Бам! И БКБ. Да-да-да-да-да-да. Сейчас будет. И люди не то, то, не то. Вард поставили. Чисто на рампу подраться. Стрела мимо. Это что? Прыгнули Саксу. Кого? Кого будет? Саксу. Саксу. Прыгун. Упрыгал. Там за ним сралк. Какая-то ёбань происходит на передовой. У Бабока. Бабока хилится, живет, умирает. Все-таки. Да. Но тут Ультлича. Умирает Лич. Да, манная вода. Пангич, Пангич, Пангич. Стрела в Марса залетела, вот, больно. Стрела хорошая. Ультлича там разъебывает! Ты видел ёбку эту? Ори погибает. Мейдлик пытался ультить за счет. И это был момент, на котором Астер прогибали эту. Мы вот смотри, они поставили вард. Да. Они хотели под него выйти, да. но вард сбили. И из-за этого они вышли в говноатаку. Ну, они вышли уже, но просто там нюанс в том, что Марс прыгнул как-то супер неудачно. Сейчас команды смог вдвоем, втроем нажимают. И снова вот инт идет, ну и да. все просто постоянно в пятером. Ну да, а дота пятая. Нашли стралка. Сейчас Дум, если что, совместно Дум, ребят, сейчас будет Дум. Все, Дум. Все, он бегает за Ралком. Проблемы. Да, конечно, проблемы, ему пизда. Срал. Следующий. Да. Как же Сралк не может играть против этого Дума? Да, там невозможно. Оп, оп, Мирана туда, это сюда. А знаешь, что прикол? Когда на дом, видишь, какой? Пару? Через 60 секунд новый будет. Это талант там какой-то. Это есть. Талант и Октарин. Да. И зеленый. И это камень. Абсолютно сломанная дресня. Да. Жадность, это, жадность это же, ну, как бы и синоним это... тупизны. Согласен, тут согласен. Так, дом. Они опять хотят ролл выбить. Слушай, ну хотят ролл выбить? Я бы да. сейчас ролл бы выбил и съел с курицей. Опа, поехали. Стрела мимо. Так. Интеграция ролла с курицей. Произошла рандомная абсолютно.
Так, 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 ребят, ребят, ребят. Заходит сумка через верх. Хотя там эти блядь. Ой, да вы что, Дум! Все в Думе, блядь, кто-нибудь у нас же разор призываем. Это нахуй такое? Это Дум, дел. А вы что, Дум? Как будто ты блядь. Летит еще на фан. Летит, потому что у него Дум. Он тиммейт просто. Да я тебе говорю, но это неадекватный бред, который люди не поняли, что это неадекватный бред. Ну вот кто-то, видишь, понял. Понял тот, кто дабл-клик, раньше этот времени надо было хранить до гранд-финала. Так я же думал, поэтому, смотри, вот до гранд-финала 33-й пикал себе висажа, да. И в любых играх проигрывал, выигрывал, неважно. Он просто себе пикал, 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 пикал. А вот важный момент, он просто говорит, у меня Дум. Он Мидас не хочет продавать, то есть он будет его юзать иногда. Ну вот тут-то жадный Раджу может да. попасться. Аро не пробил. Нет пробития. Нет пробития. Рикошет. Опа. Бам. Вот Дум. Бля. Так, Март байбек есть. Дум бегает как просто как бешеный. 10 человек в Думе находится. Сейчас он рефрешил. Да не надо так нажимать, пожалуйста. Ну не надо. Скитер, посиди. Все лагает, все лагает. Сиди, дота тиви. Там уже вообще не понятно, что происходит. Смотри, что все горит, все в огне. Да, уже боже, что ломается это? Дота. А, это старый баг. Помнишь, когда дота ломалась? Появлялось место, ну может, Олд помнит. Появлялось место на карте. Где горело? Где что-то все горело, не, взрывалось, падало. Не, это падало. Же ЦК, это стан ЦК горит. Я понимаю, но ты посмотри, так ты партик. Оп, так, Дум пошел. Марк спасла Марс. Боже, там кто-то умирает в этом доме. Ну что ж, ГГ, ГГ, справедливая ГГ. Блин, это супер развал. Вообще красавчики. Справедливая ГГ. Справедливая, да. Почему? Раджа-то молодец по итогу. Да? И золото сохранил, и противников трахнул. Ну да. Раджа и золото сохранил, и противников трахнул. Да. Не, он молодец вообще, конечно. Да я что-то насчет Вайда думал, на самом деле. Ну вот, постоит он бот. Спирита? Или Фейслесс? Фейслесс Вайда Астером. Шторм. Шторм просто, окей. Тоже нормально. Хорош Мэл, пробил, хорош, хорош. Да, да, да. Есть пробитие. Ну просто сегодня была уже ситуация, когда забрали Зевс и сразу шторма забанили. Ларк. Срал. Сралка, да, блядь, срал какой-то не самый. Вот честно, он не самый успешный герой какой-то. Вот смотришь на него. Да, да. Я только хотел сказать еще в прошлой игре, что пока что сегодня, как минимум, успеха у Сларка ноль. Они сразу Doombreaker. Это тебе. По драфту что-то астеры. Внизу вообще лоу приорити без негатива. Никакой синергии. Кстати, насчет связок, может, а Бладсикер был в бане, может, Бладсикер? Да, был в бане, был. Да, был, да. Тогда не было варяка такого. То есть в топе вообще все понятно от и до, вся концепция. Блин, у них такой идет. Мобильный пик, быстрый Астер, да? Типа Шторм, Донбрейкер, да, мобильный Марс, файты, Снэпки. Да, тут все сильно. Ну, надо Тундре выжимать из себя. Зато у них сеты красивые были. Зато, возможно, третья карта, ребята, как раз фишки досмотрим. Выберем лучше. Много ну, блин, выберем лучше, там Эмбер побеждает, конечно. Осталось правда, я так понимаю, что это не то, чтобы он придумал. Опять, ну, опять пассивно. Ой-ой-ой, но ближний. Сейчас у него ветка, сейчас ему Кайлов дадут, раз, два, и дальний, и средний, или какой-то. Рукой забил его. Ману еще на тебя тратит. Китая, с лучшим стартом. Да, в Китае, это жесть. А, я, кстати, вот что могу сказать. 33-й это был тот чел на бруде, из-за которого добавили в доту функцию. Типа, он там забузил через консоль какую-то хрень, что паучков каждого отдельно контролил. Это как бы типа все-таки, погоди, так получается он 4 рит? Какие-то добавили? Вы же знаете, что в Лоле есть такая штука, у каждого героя блин как бы есть? Да, есть. Флэш. Знаю. Флэш называется, да. Оба! Веду нападение. Лолер спалился. Ну все, вот наверное погиб. Ну правда, разменчик дадут на бабоке. Да, там бабоке. Ну ладно, тебе не хоть что-то поест в меду. Да, ну кстати говоря, Ори тут не может рун забрать на халяву, его там пачка крипов душит. А Сакса не развернулся. Такая же ситуация с Энигмой. Слушай, херню эту используют, скорее всего. Вот мы сколько сегодня смотрели, на них было больше шансов нападения, на ДБ, вот сейчас XXS, надо ему Starbreaker. Долби в ответ, раскрутить, раскрутил. Ой, он же и под... писька еще. Да, он под сайдкиком, пипец, там вот этот новый герой уже, два новых героя. Два новых героя на одной линии. Ой, Зев, печенька. Доливайте бездарь, ладно, третьим. Какой вин пропабилити 60%? Тут же просто игра сейчас закончится. Тиммейты маленькие, правильно? Ну, ведь он ауру собирает. Ну, а да. Может тогда надо не ауру собирать, а то, что в Солянова может протащить, а вот, чтобы агрессию. На бруде. Я думал о том, что добавили шарджей, который настакивает ей дэмэдж. Я подумал, что может быть в этой ситуации была. Но никто не пробовал. А ладно. Что за шардж? Что он а он настакивает хангер с каждой секунды, все больше и больше дэмэджа. То есть шардж прикольный. Ее прям на лету поймал его. Да, да.
Ну даже если бы он не поймал, конечно. Бля, а там еще и стаки, которые. Так Тундра еще и смоки нажимали под Зевса, они мув сами хотели сделать. И, ну, получили пизды, получается. Получили знатно пизды, что те уже в принципе ничего не хотят, скорее всего. А да, они не могут вообще, ну просто физически они не могут драться, потому что у них никакой герой не несет нужное количество урона. У них наносит урон только Зевс, и то это урон без дизейбла. Кто что прочувствует. Блин, его еще петух подвинул, да ебать? Ветруган под жопой почувствовал. Так, слушай, опа. Там даже бабку уже прошло. Да, ты стреляешь-то, бабка, да елки-палки, бабка. Бабка ошиблась чуть-чуть. Да, бабка немножко под себя дала в прямом, в переносном. Хорошо, я вот смотрел просто на карту и видел, как Зевс качает тройку уже минут 5. Мне так хуёво, но там уже даже двойка. Сам, блядь, купи себе синтру, заебал. Да, конечно. Вот он бегает и 3 минуты. Опа! Так, 33-й. Больно. Ой, да он брейкер по двоим станчик дает. Бабок, новый герой, прыгает, диспос. Берет назад, снэкит, прыжок, еще один. Ну, Марс прыгает ему на лицо просто и все. Ну... Но нахуй по пауку дал, ебнул. Открой игра, Бруда занимает вражеский лес, Зевс дает вижен, враг просто не может ничего сделать. Не может ничего сделать, кроме как пиздить тебя. Но с этой проблемой, как бы, во-первых, эта проблема не обсуждалась на совещании, а во-вторых, с ней как-то можно и потом как-то пиздел! А вот Зевс ульт дал. Пиздел. Кто пиздел, ебать. Так Зевс дает ульт, и у всех моники выключаются в этом идее. Дядя, не надо. Где он? А он сдох. Не факт, не факт. Тут друзья, блевка! Блевка не долетает. Говняная. Это 6. Вялая какая-то, вялая, по-моему. Это очень вялая блевка, чувак. Что-то они очень плохо все начали делать. Выкидывают назад. Но они напали на нового героя, чувак. Нормально маны, нормально можно врываться. Там нет такого, это шар, 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 шар. Дядя идет, дядя СФ идет. Дядя Бруда. Вот она. Пошел, пошел. Мане, на. Плюс. Залагало все. Плюс 10 тысяч. Она ничего не понимает, что происходит. Шторм без маны. Иди ману восстановить, сделай. Да, сегодня, ребят, долгий день. Долгий день. Долгий и приятный. Кстати, я подметил такую вещь, что я уже в эфире нахожусь чисто меньше, чем АФК хожу, что-то делаю. Ну, это настоящий классик работы на интернет. Собственно, официальный каст комиссии. Опа, здорово! Ой, Дон Брякер прямо ему на лицо. Не, бэм. Ну нормально, долго били, нормально. Да, бэм, это Ульдевса, они увидели, где оппонент. Оппонент, кстати, ну Дон Брякер. Да что ты им похер. А Дон Брякер не прилетит, погоди, у него ульта нет. Как он прилетит, если ульта у него. О, бабушка. Так, а что если бабушку просто трахнул? Ну и все. На любителя будем честны. Ну вот, слушай, им понравилось. Если я взультил, а Дон Брекер-то все еще без ульта. Он там стоит на базе. Так это был момент, где остальные игру проебали. Бабка уже байбекается. Дон Брекер с ТП сюда пришла. Ульт теперь появился. Тайминг средний. Слушай, могу тебе сказать, что Астер какие-то... Ну, хуй знает. Ладно, погоди. Момент. Не, закончит скитер с эфом. Да не, не проебали. Я не договорил. Да. Не, ну погоди, без маны чел. Ю-ю-ю, Штарк получил пробитие. Да, пробитие произошло. Плавление. Все ТБКБ нажал на его раскайте. Или по факту, на самом деле, могут на развороте еще навалить. Но у себя в ТБКБ нет или есть? Так, XXS, а тут... Сакс опозорился немножко. Даже сильно, я бы сказал. Но, насыпал, насыпал под ноги. Гречи накормил им гречи. Путь в глаза бросил. Ту-у-у, стрела. Непонятно. Варды пусть. Преследование продолжается. Сакса, сакса, секса, сокса. Блин, вот они же видели, они же ульт Зевса просветил, да, все. Да, я про это хотел сказать, остались. Но это пипец как тупо. Они видели, что их видят, у них Дон Брекер секунд 15 до ульта. Ну займите позицию суперзащитную, куда-нибудь забейтесь в самый правый лес, поставьте вард перед собой. И просто постойте там. Это бывает, знаешь, типа. Мяу. Возможно, я слишком требовательный. Какая-то проделал бабку. Бабку доели, а у бабки байбек, кстати, нет. Слушай, ну ты какая-то хрень, потому что XXS там стоит, сейчас у него хватит хоть ТП, хватит ТП, чтобы улететь. Но пабук-то гонится. Ой, так я сейчас троицу-то великую начну тут грозать, Марс уже и все. Короче... Перебываемся? Да. Да самое время. Да. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Да нет, я бы сказал, что в этой игре тут вообще все что угодно может быть. Не знаю, у меня просто в голове эта игра была супер простая. Для Астер врывается в Storm Spirit, какого-то героя на любой рейндж, подлетает Даунбрикер, прыгает туда какая-то партия хорошо, там заблевка. А, вот это что? Да все, ладно, пакуйте чемоданы. Пишите ГГ бездры. Ну, они не должны были проигрывать эту игру, слушайте, но они просто проигрывают. И Саня, кинжал. Штромфида не. Нашли. Ну, он вроде... И... А, да, он умер. Опозорился, ну, как... короче, глобального ори в этой игре. Но уже типа этого правильно. Да.
Они сейчас играют, а они еще вернулись. Снова смог. БКБ на штарме есть? Смог, о, БКБ на штарме есть, ё-моё. Последний смог в принципе? Ну тит, это тит смог. А, ну а для чего? Ну они идут в нуль вижн полностью. Ну, да, да. Понятно куда, в итоге все маршрут. Вот, это вообще фу. Шторм поток. БКБ есть, не нажим, нажимает. БКБ на штарме. Бруда еще живет. Бруда тоже. Успевает, что-то ничего не успел. Ничего не успел, так, спитер. Спитера нет, кстати, а Егер. Да, он только что закончился. Но он вошел крепко, БКБ нажимает. Спитера, и так потенциально, просто ебет их на самом деле на скитере. Соля, второго, третьего, Марси. Так Бурда байбек, он там уже минус 2, скитер тут практически фуловый. БКБ, конечно, КД, но вот и Павук вошел. Ну да, это тельцмок, который заканчивается, по-моему, тильт лужерами сейчас. Сакса прыгает, но правда, если БКБ нажимает, говорит, в самое время. Бам-бам-бам-бам. ТПС отсюда он делает, а там нет, наверное. Тю. Как ты Сакса не умер, там на одном хп бегает бабок, отдай Сакса. Ну, я просто знаю вот такие смоки, знаешь, безидейные. У тебя линии нет пушины, вижу, нет. Вот. А, шторм сдох, он БКБ так и не нажал. Да ты чё, рофлер, что ли? Общая усталость. На самом деле поздно уже у них там весьма. Ты весь день сидел, по большому счету, ждал игры. Но, ну, как бы, нет Наска. Ты кого, как говорится, кого ебёт чужое горе? Это вообще, Тундур точно не ебёт, это горе. Но вот Астер, да. Ой, блин, после таких поражений оправятся. Это прям горький. Мне кажется, они в лузерах прям вылетят сразу же. Кто там у них будет? У них будет ОЛЖ. О, БКБ! Ебаться в телевизор! И сразу типрески. Да, конечно, типрески. Короче, да, пишите, как я бездарю. Эти челы падают на победителя без коста LGD. Им вафли, они ценят ту игру, все, они нет команды. Я думаю, их посыпали. Это дисбан прям уже после игры. Мне кажется, директор уже отстегивает им за легкий проход. Да, о, директор уже говорит, может, и вас умыть, ребят. Я просто не понимаю, говорит. Мне, я обычно играю на победу. Умывальников на всех хватит, так сказать. Поехали. Ой-ой-ой. Попытка убить Сларка. Ой, срал. Куда-то там запрос, как им больно. Боже, их гонят на фонтан, их там прям ебать будут. Нет, не будут. Казалось, это объекты, объекты убьют, молодцы, да, ребята. Если бы как ты тут казался-то? Да спокойно, ничего. БКБ, ну найс, БКБ, конечно. Ну и все. Ладно, сейчас шторм с БКБ рейсниц. Да, рейсниц. У него КД, правда, но хоть. Можно. Не, Ори такого дал жидкого в этой игре, это просто КД. Да, мы его так хвалили. Хорошо, что я вдруг это не смотрел. Тут прям анлак плюс апкак. Да блин, я по поводу этой игры я вообще ничего абсолютно не понимаю. Я говорю, у меня прекрасно простая картина была, как Астер здесь начинает драку, что они делают, как выигрывают. А это не какой-то не зашквар случился? Знаешь, я, если честно, не настолько преисполнился в своих познаниях. Ой, какой вард, они знают, они все знают. А, там уже Марс. Марс бобок уничтожен. Но тут уже врыв. Ой, там ебут дико людей, они ничего не могут. БКБ. Ори просто гуляет. БКБ, я сейчас нажал второй БКБ и пошел. Как мне напоминает его походка, вот это вот Леонардо Ди Каприо. Вот он. Тут-тут. Я другую катку пошел. Да, вот, ну да, тут ну, вообще ноль действий. Ноль действий, это Астер. Это вообще ничто. АГГ, АГГ написано. Да, ну типа. Че, Эрик, садись на трон. Ты должен. Да ладно, какая, сиди, сиди. Так игра в один закончится. Да какая разница? Да, сейчас... Он закончился прискорбно, Тундра, ну, с хуйней выиграла.